Саш, ну смотрю, ты ловил на ту приманку, которую и я таки разловил в конце. Но проводка у тебя в корне отличалась. Расскажи нюансы проводки. Ну, собственно говоря, еще, наверное, в середине отборочной части у меня получилось поймать на этот ратлин проводка Digital. Собственно, просто прерывистые, грубо говоря, вращение катушки. Не все сейчас понимают, да. Без использования спиннинга, без подыгрыша. Я был здесь на тренировке, ловил совершенно по-другому. Ловил именно, используя, значит, анимацию удилищем. Сегодня у меня это не получилось совсем. Но поимок было немного в отборочной части, на, ну, конкретно на этот раппин. Но, тем не менее, именно вот эта проводка, она принесла несколько, в том числе и поклевок, и поимку. Поэтому я как бы упирался, собственно говоря, вот конкретно в эту проводку, и она, в общем-то, принесла результат. Но ты уже в финале не менял проводку. Не менял, сейчас скажу. Нет, наверное, не менял, да. У меня был, ну, в принципе, у меня было на, конкретно на него всего лишь 3 поклевки. То есть я 2 реализовал, одна не реализована. Потому что то, что я смотрел на других, вот у тебя была проводка именно катушкой. Да, просто наверное, катушкой. С более самой резкой подачей. У Лебедева была проводка на этот же раттлин самая плавная. У него намного плавнее, плавнее. Да. А вот Алексей Бальбит, он где-то посерединке. И вот я как раз ловил ближе, наверное, вот как Алексей Бальбит, когда у меня были подъемы. Насколько я помню, у Леши, по-моему, еще и спиннинг там такой со вклеечкой. Ну, да, он использует этот момент. Наверное, от спиннинга много, конечно, зависит. Вот тоже. Но вот интересно, я смотрел на тебя, как ты ловил в туре, я пытался ловить катушкой, не смог. Может быть, спиннинг тоже. У меня просто, это получилось сегодня, во-первых, с раттлином, я не помню, там какой-то был 5-й, наверное, тур. Нет, ну, 7-й тур. И у меня то же самое сегодня получилось с цикадой, на самом деле. Такая же проводка тоже с цикадой, да. И было 3 подряд проводки, были поклевки. Вот, поэтому как бы я это и пытался. До цикады сегодня руки не дошли. Вот. Ну что, еще раз поздравляю. Будем осваивать новые проводки. Да, будем. И новые приманки.